В рамках программы «Путь к успеху» с 19 октября по 3 ноября пройдет акселератор «Бизнес-старт». Он позволит саровчанам почерпнуть идеи, найти деловых партнеров и узнать о господдержке социального предпринимательства. Социальным бизнесом может заняться любой предприниматель, если он увидел для себя нишу. Потому что все-таки социальная деятельность – это, как правило, деятельность либо по себестоимости, либо совершенно бесплатно. То есть у предпринимателя должна быть какая-то база, где он может возместить затраты, направленные на социальный бизнес. Для участников организаторы подготовили 6 пятичасовых встреч, на которых бизнес-тренеры, блогеры со всей России и успешные предприниматели региона научат правильно организовывать работу сотрудников, продвигать личный бренд в социальных сетях и создавать франшизу. На презентации проекта «Путь к успеху» Игорь Седых рассказал о программах поддержки бизнесменов в социальной сфере. У нас огромное количество мер поддержки, вообще Центр инноваций социальной сферы, который вот я которым руковожу уже 2 года, он предоставляет огромный спектр поддержки, начиная от бесплатной социальной рекламы, подготовки бесплатных бизнес-планов, франшиз в том числе, и заканчивая там сайты мы делаем бесплатно, сейчас эти конкурсы проходят, заканчивая уже грантовой поддержкой, заканчивая конкурсом «Лучший социальный проект года». Социальное предпринимательство находится на стыке традиционного бизнеса и благотворительности. Прежде всего, оно направлено на создание комфортной среды для групп населения, которые нуждаются в защите – детей, пенсионеров, инвалидов. Юлия – владелец ветеринарного центра. На презентации проекта она выделила пути развития своего бизнеса в социальной сфере. Хирургический центр у меня, в принципе, идет от приемных безнадзорных животных по популяризации безнадзорных животных. Здесь прям вот эта тема пока не затрагивалась, но она тоже относится к здравоохранению и к социальным аспектам наших граждан города Саров. Поэтому я пройду все это обучение, которое они сейчас предлагают. Мне точно интересно. Я надеюсь, что я буду работать в этом направлении. У нас что-то получится. По итогам акселератора предприниматели Сарова разработают и представят бизнес-планы проектов в социальной сфере. До 5 декабря эксперты выберут лучшие из них. Победители получат грант в 150 тысяч рублей на создание новых рабочих мест, покупку оборудования и развитие своего дела. Подать заявку на участие в программе «Путь к успеху» можно до 15 октября на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.